консоли менять команду. Блин, что тут чита какой-то, меня убивает, прям я только рисунусь. Блин, да, пишут, что тут читак есть. Читак? Пробуй читаков. Мы разберемся с ним. Если ты за гудов, я сейчас респектнусь. А читак у кого? У гудов. Вот, блин, ты тебя перекинуло за Evil, подожди. Вот. Тут по цвету всегда враги красные, если, ну, если что. В общем. Блин, я хочу просто за Evil всегда играть. Хочу за гудов играть. У тебя какой скин? У меня Огр. У меня какой-то там робот был. Но у меня, возможно, Force Models включен. Так, вот там. Это флаг тащит. Блин, короче, имбокс на грани печали. Не отсюда? Да, один чел довольно... Ну, короче, мой ноутшук уходит в другую компанию какую-то. Не, ну вообще, знаешь, это довольно-таки херово, когда трек завязан на одном человеке. Ну, фигово. Ну, как бы, знаешь, с одной стороны фигово, с другой стороны, если проект выстрелит, то можно неплохо заработать. Ну, если я имею в виду соло заработок, если нафиг делиться с кем-то еще. Ну, в смысле, если команда маленькая, а заказ большой, то можно зарплаты себе большие выкручивать, и ну, это будет законно. Блин, я за гуд почему-то. Опять ты за... Блин, тут автоматически... Ну, неважно, блин, ну прикольная игрушка, в общем, да? В целом, да. Ой, блин, я смело прикончилась, спиздил флаг. Это вообще законно, блядь. Я только в игру зашел, первым делом своего убил. Я ничего не понял, просто вижу, какой-то чувак бежит. Ну, потом уже понял, что это свой. Это казалось весело. Ой, меня убил. Какого? Сделай что-нибудь, стоя, просто... Нет, свой убил. Пожалуйста. Не знаю. Его. Нет. Забыл. 24 часа им блот кого-то влепили. Чела, который меня замочил, когда я флаг тащил. Короче, ему тоже влепили какой-то там бан. Может какой-нибудь другой. Может во фрифол какой-нибудь где-нибудь за этого им все в башню какой-нибудь. А тут же нормально стоит. Тут не показывает, кого ты убил, это зачем тогда вообще играть? Но тут же... О! Ты меня убил. Что говоришь? Ты меня убил. Я только меняю команду, меня сразу обратно кидает. Все говорит, что тут акселерация мыши, поэтому тут вообще очень странно играть. Меня музон вообще прикалывает, я бы из одного музона только играл. А я музон вырубил, когда в скайпе сижу. Ну, а у меня просто тихо все выставлено. Ну вот мы в одной команде. Ты где? Я бегу с челом, который тащит вражеский флаг. Кто-то фрагнул нахуй. А еще, кажется, игра не рассчитана на большие мониторы, я вижу обрубок руки, то есть который дробокан держит. А это, кстати, это не проблема. В Хове, например, некоторые выкручивают специально эту настройку, чтобы был обзор другого плана. Ну это довольно фигово выглядит на самом деле. Я из группы знаю только чувака, который с тобой на работе работает, и все. И он какой-то хикка по коду, он не здоровается вообще. Да, он со мной не здоровается практически, сколько времени работаем. Проблема в коммуникации — это интересная вещь. Я думал, что я хикка, а оказывается, есть еще больше хикки. Блин, флаг спиздил какой-то хрен. Да. Тут, кажется, читак есть, потому что как-то слишком дерзко он покупает. Короче, вот кикнули уже. А? Мне позбегали. А наверху слева была запись, что там какой-то хрен. 24 типа часа. Банан. Чувак флаг тащит, я сейчас пытаюсь его убить. Блин, он... Ай, он дотащил его. Козел. Я видел, что у нас был вражеский флаг. Бля, там в лицо влепили, блин. А мне интересно, сколько тебе до работы из дома ехать? Ну, смотри, 15 минут, наверное, до метро, это если быстрым шагом идти. Минут 25 примерно метро. И там минут 5 буквально от метро. Что это?
Блин, какой-то чел тупит с флагом, убить его что ли, чтобы забрать его? Да мне надо 5 убить. Ты мне что-то плохо, что не показывает, сколько фрагов? Не, в смысле, чувак с флагом стоит и не несет его на нашу базу. Так наш флаг спишь же. Он прям одет и спрячется. А, типа, тогда коверим его? Ты где сейчас? Я сейчас бегу отвоевывать наш флаг. Он какого-то хрена красного, который бегает и тачится. Понимаешь, что вообще хлеба нет. Всегда флаг вражеский забран, а своего флага нет. Обычно сидят где-то, прячутся. А, блин, промазал. Ну еще простенькая игрушка, но прикольная, да? Да. Именно. Еще и open source. Крутые сердце. Сырный господин. Я несу флаг, если что. Принес. Так, там снизу бегают ублюдки. Можно следующим флагом ходить, пока с ними тупят враги. Да-да, я бегу за флагом как раз. Я взял вражеский флаг и бегу. С меня могут отстрелить в спину, как обычно, делают в таких случаях. Блин, столько этих козлов. Блин, наш флаг спижен. Ты с флагом? Я с флагом бегу рядом. Я с тобой, если что. Во, я. Надо отвоевать наш флаг. Угу. Я побежал. А все, его отвоевали. Отлично. Ох, о, блин, убил своего чувака с флагом. Ты строжен там, потому что за 3 убийства своих дается банан. Не знаю, насколько. Мог просто кипнуть, могут вообще банан влепить. Я перебежал флаг. Стрёмно, конечно. Вот занятный режим, это когда там какие-то базы, на которых спавнится боезапас, там можно такой ноги построить, опять флаг наш спизерился. А, ты прикинь, чем два профиля на фите отличаются между собой? На чем? Во втором семестре один профиль может выбрать один предмет, а другой не может. Все отличие. Так, ну это наш флаг, я тут воевываю. А там показано на карте, где наш флаг? Да. Вот победил по числу смертей и флаграмм у тебя самый быстрый. Может, десматч? Погнали. Да где? Что за сервак? Сервер браузер? Самый верхний десматч на Венеции. Венеция, ищу. Венес пишется. Или не знаю, блин. 11-6 где? Да. Погнали. Правда, тут сейчас карта меняется, прямо. Ой, интересно, кстати, карта победа, мне нравится. Что? Подставки. Там где крысы бегают, почему-то. Так. Мы влепили. Нет, тут просто перед... Стоп, подожди, ты где сейчас? Не знаю, когда сервак зашел, а тут стерку. Какая карта? Не знаю, тут что-то странное вообще происходит. Инста ЦТФ, а, блин, СТФ, что-то СТФ. А, Отом, да? Ну, видимо, Отом. Там еще песок такой везде, да? Да. А, все, мы в разных командах сейчас. Сейчас сменю. Это прикольная карта, на самом деле, пока что это моя любимая ЦТФ-ская карта, потому что она очень простая, открытая и, в общем, близко бежать до врага. Так, все, я за команду. Я кемперю как бог. Я уношу флаг, как бог. Это плохо богов. Плохо бог. Лол. Он мне в спину. Убили, отлично. Ну чего, этого и следовало ожидать? Блин, чел, собери флаг. Там какой-то... Нет. Чел, блин, рядом с флагом нашим пробежал или нет? А, это просто какая-то палка. Короче, заберите флаг, я тут уже тушу.
тусуюсь на респе на нашем. Сейчас я пытаюсь встретить вот. Там у нас на респе бегает враг, я сейчас пытаюсь его. Я вижу его, да. Запутить в мертвого коммуниста. Пускай скотин убегает. Короче, нужно в атаку идти, я так понял. Отсиживаться если бесполезно. Если с флагом, то не надо идти в атаку. Ну я с флагом. Но я кого-то убил зато. Вот, чувак снова у нас на респе. Этот. Сейчас я пойду. Красный. Он с флагом даже. О, все. Принесено? Да, принесено. 1-1 счет. Когда это не успели, интересно. А, так мы же не с самого начала. Вот еще не почистил, кстати. Нет. А че он так тихо кипит? Силы фраги делают, просто не убил. О, все. Два флага принес. Прам-пам-пам-пам. Пиксель хантинг начался. Блин, застрелили первый раз за матч. А ничего у тебя, кстати, пинг меньше, чем у меня. А, обычно я привык, что у меня меньше, чем у всех. Да блин. Он успел. Я косой. Я же в Петербурге особо, наверное, тут пинг получше. Ну, вот Выклановский заяснял, что там основные кабеля европейские идут в районе Петергофа. Блин, что я вообще дохнуть стал и сделать ничего не могу. Ну, у меня тут стреляют, когда я смотрел в другую сторону. Вообще не выгодно бегать. Значит, не выгодно смотреть. Что? Лилей, ну, видишь, нужно, видимо, очень хорошо локации знать. Тут с зумом вообще нормально кемперить, но перезарядка слишком долгая. Вот был бы тут пулемет в этом режиме, это, конечно, зарешало бы. Блин, промазал. Воздух попал. Урон. Блин. Слишком крутой тут. О, спец бегает, давай его в скайп добавим. Давай. У меня только, правда, не сворачивается почему-то игра, но сейчас я выйду с сервера и зайду снова. Так, блин, нету его. Так у него со скайпом какая-то хуйня постоянно подвинется. Блин, ну у меня же нормально все. Степа Алимов. Правда, он офлайн, но... Воу-воу-воу, меня заметили. Вас заметили. Короче, его добавил, но ладно. Это ничего не произошло. Ой-ой-ой, я чуть не сосвернулся нахуй. Меня убили. Так, все, логинюсь. Да, в одной команде все. Давай вместе бегать. Ты где сейчас? Вместе будет трудно бегать, потому что это годные расходы по поддержанию порядка. Я сейчас штурмую их базу. Так, я тоже тут в районе. Я сзади в этом... Бэкдорю их базу. О! Стрелили. Ты с флагом, да? А? Ты с флагом? Нет, я не с флагом. С флагом какой-то другой лоб бегает. Блин. Пристрелили. Я почти флаг-то не подбираю, в основном стреляю с этого лоб. А сколько ты флаг? Не знаю. 5 у 7. Ладзик притащил или 2.
Ничего, ничего. Кстати, а ты не пробовал гонять моды, где не один хп, а, ну, в смысле, 100 хп и там разные пушки? Я пробовал играть там с базами, короче, там, где можно заряжаться, что-то там. И как? И там, короче, автомат не был. Потому что снайперка, как бы, тебе не поможет, потому что можно заряжать броню и прочее. Там, не знаю, ну, ракенец еще более-менее прокатит, ну, блин. Автомат это... Я, кстати, не знаю, тут есть хэдшоты или нет, мне интересно. Не думаю, что нет, ты играешь роль. Вообще вызов после попадания, что за херня? Читер, наверное. Ну тут вроде когда убиваешь кого-то, что-то там дают какой-то бонус. Блин, завтра пара уже. 1 сентября школа. Все школоты бомбит. Боже. Что-то офигенно. Кстати, ломани меня тоже чуть-чуть. Подожди. Ты же все равно. Не, я сама. Все, хватит. Спасибо. Ну, что, ЛФП есть, а? Что сделал? Тебе принести? Что? Кашу. Тома, господи. Не кашу же. Ой. Спижина. Я вот не понимаю, иногда цифра 100 отрисовывается, иногда нет. Том, я не хочу кашу. Дай мне кусок сыра и плюс эту. А, держи, потом кусок сыра. Блин, Степа ничего не пишет про скайп. Бросил он нас. Недостойный. Тебя не слышно. Аллах Акбар и Бобов. Аллах Акбар. Ты же передашь. А, ты слышал Аллах Акбар? Конечно. А, я думал, это нормальный микрофон, который позволяет. Это еще и в наушниках, так что... О, 1-3. Не против. 0-2. Чё Степа всех не убивает? Тут довольно мало чуваков с модельками крылатых пацанов. Я, пожалуй, такую модельку разэтываюсь. Чтобы меня можно было опознать легко. А мне хоть видно тот, как этот робот? Ну, тут много кто роботы просто, крылатые почти никто. А блин, тут сильно 4 робота у нас. А ты за врагов что-то играешь. А тут голосуем. А как голосовать-то? Тильда, ноу вето, наверное. Или в чат написать вето или ноу вето. Я вето пишу. Я ничего не понял. Я так и не понял. Том, да, нарежь сыра, пожалуйста. Так, я за Иволов. Ой, хрена себе, карта большая, заценил? О боже, мне просто расщепили за секунду. Степа тоже расщепили. Если что, я за крылатого пацана. Что воду свою смешно на люлей. Прикинь, воду свалится, в воде ты медленно двигаешься. Да. Что-то тут вообще прикинь, еще какая-то демка или что-то такое. Кто знает еще. Тут карта несимметричная, походу. Да эти скотины. Фиг знает. Тут, кстати, с графением какие-то проблемы у меня. Странно отрисовывается это отдаленное здание, почти не вижу богов. Томка, пожалуйста, нарежь сыр, купа, есть хочу. А, сейчас, конечно. Просто посмотри, на меня прям первый раз залез. Просто залез, я вертикально сидела. Я не хочу его спускать. Тут только с мостов этих гадов отстреливать, потому что все прут по нему. Очень открытая местность. Вот тут нормально снайперить.
А, вот ты? Они что-то вообще рассчитают из этого дурацкого здания, блин. Вот видишь, там чуваки есть, снайперят? Да ешь, пожалуйста, то, что от того куска осталось. Вижу, да. Хорошо, ты порежь, пожалуйста. Еще новый порезать? Я сейчас по лестнице им забагдорю. Видишь, тут сбоку есть? Блин, убили. У нас враг, флаг своровал. Ну, пойдем как во времена Сталина убьем всех нахуй. Рукой. Ну идем, хватай черенок от лопаты и пошли штурмовать цитадель. Паучок есть боевой? Есть боевая линза, которая поджигает бумагу и вся крепость врага взрывается. Я Степу убил нахуй. Степец-зрадник. Бля, меня убили в спину. Слушай, там портал есть. Да, я телепортнулся к им изданию. Так хорошо флаг нес. Вот там флаг валяется. Блин, а своего убил что ли? Ой, еще, бля, я еще своего убил. Че за хуйня? Прикинь, я своих убиваю вообще внедренно. Степа еще там зрадник сейчас, нет? Да. Зрадник. Зрада. Да, что вообще задолбало, убивает постоянно. Это вообще законно? Не думаю. Блин, не удалось украсть флаг. Меня кстати зрадник убил. Тут флаг захватывают. Москали. Захватим, наверное. Все. Флаг вернут. А если пиздил их флаг, меня, наверное, сейчас прилетит что-нибудь. Спину прям. Ну, конечно, прилетел, хули нет. Конечно. Как же иначе может быть? Не то чтобы я жаловался. Блять, опять в спину, что за хуйня? Они тут толпой уже нас спиной бьют. Обегают. Где? На нашей базе? Да, они рядом с нашей базой, где-то со спины. Планировали набежать, видимо. Блин, респ такой долгий еще. Слушай, что, наш флаг захватили? Ну да, я что убил, что там двое убьют. Пиздос, нужно их флаг тоже захватить. Блин, убили. Все ливают уже, блин. Мы сейчас придем, видимо. Еще нам рассказывали, сколько можно пить для того, чтобы, короче, на тесте крови не попасться. Пиздец, а? Вот скотина, бля, задолбал уже, бывает так. Меня прям бомбит потихоньку. Чушь потихоньку. Меня сильно бомбит эту хуйню. Сука, а? Флаг. Блин! Вот зрада, поди степец там его тащит. Мне еще с графинем вот эта хуйня на дальней дистанции. Потому что мне все тут так охеренно кажется. Я считаю, что это гоньба. Это ж Даша вообще убивает нахуй. Блин, степец бежит к нам на базу. Слушай, все, валим, москаля. Даша там тоже на базу бежит. Все, он у нас на респе. Че за хуйня? Он меня убил нахуй. Блин. У них хорошие чуваки-дальники сидят, которые снайпер расстреливают. Там на другом респе тоже какой-то засранец был.
Блин, ну что-то неправда. Заметно на лучше мочить. На дальней стороне с нашим флагом. Убит. Ну сука, ну что за хуйня? Опять меня убили издалека. Сейчас опять спиздит флаг. Катина. Значит, даже нужно идти в бой какой-то там. Либо можно перейти в глубокую оборону. А тут нужны снайперы толковые. Потому что у них эти чуваки в крепости прикольно очень прикрывают. Понимаешь, в обор... О, чел, флаг спер опять. А тут вообще секретка, блядь. Тут просто секрет. Какая еще секретка? Тут стоят под водой, блядь. Есть какая-то хуйня. Пулемет? Нет, рядом с водой. Надо хоть один фраг сделать. Ну то есть флаг хотя бы один. Блин, не знаю, меня сразу кладут прямо, я только выхожу из дома из этого. Не надо уходить из дома, хули. Так как чужой флаг-то взять? Не знаю, кто-нибудь разберется. Не я. Лол. Ну смотри, если нам дают пизду... В нашей команде нет Путина, Тома. Зачем ты мне заварил кашу, если у нас гречка есть недоеденная? Тома. А? Дай лучше гречи. Том, правда. Дай гречи. Капец, уже только как-то подхожу, сразу пристреливают. По-моему, там читак есть. Тут же пуля какое-то время летит. Да, конечно, читаки, все читаки вокруг. Даже я. И ты. Это плохо. Бля. Вот дашь этот читак 100%. Слушай, идем на другой сервак, потому что это хрень какая-то. Не надо, Степа, что там, пули нет. Мы ж не трусы. Ну, не знаю, мне просто неинтересно играть, когда меня убивают за секунду после того, как я переспаунился. Степа не знает сервака другого, тут смотри, ему тут нормально чужой фронт. Вы знаете, с тобой кому-то интересно, кому-то неинтересно. О, меня кикнули. Нет, не кикнули. 30 секунд. И кого это было? Тебя, наверное? Да. А прикинь, там враг, короче, просто в воде где-то плавает. Я тебя зафоргивил, ты можешь обратно играть. Как тут обратно играть? Ну, законнекти и играй. Тут можно простить, если тебя убил кто-то. Я не знаю, как взять и... подключиться. Noblaunch.net сервер. Нет, в смысле? 12 человек играет. Ладно, похер, сейчас же нормально все будет, нет. Так, сейчас смотрим, за нас играет читер. Все нормально, можем так жить. Блин, карты в красных тонах, это хуйня полнейшая. Не карта, потому что у нас враги красные. А все столько врагов тоже красные, наверное, да? Нет, их туда. Все нормально. Да. Надо прятаться в красных хуйнях. Я отомстил за тебя. Я не умер. Да? Ну, значит, ты кого-то другого отомстил. Вот меня сейчас убили нахуй. Что-то я не могу разобраться в карте, куда бежать. Ну, мини-карта как бы, по флагу. Нужно тут сбоку куда-то по лестнике подняться и норм. Прикройте, я бегу. Я не знаю, где ты, не знаю, где я, не знаю, где флаг, не знаю, где что. А, он наш флаг сперли. Мягко говоря.
Ой, кого-то убил нахуй по дистанции, чтоб сейчас хуйный читер. Ой, степец рядом, все в порядке, он вроде читер. Блин, его убили. Там Дашер читер главный. Блин, сейчас флаг за это вот, он буквально у нас нарис... Козлы. Они, наш флаг. Свинья. Мочим! Где? Все, замочили. Да блин, козлы. Какого хрена они так хорошо играют? Все нормально, за нас Дашер играет. Он читер главный. Там... Наш флаг утащит сейчас. Похуй, утащим два флага. О, тут если на дымок прыгать, то подкинешь, подкинешься. В смысле, там есть некоторые места, где из решетки дым идет. Я вернул наш флаг. Блин, тут походу половина их смертей, это, блин, убийство сокомандников. Только сейчас заметил. Знаешь, как весело, когда кто-то тащит флаг, застрелить его спину, если будет на низких. Я спиздил флаг, радостно. И требуется огневая поддержка. О, я вернул флаг, давайте, закидывайте, пацаны. Сейчас возьму флаг вражеский. Мне какая-то безумная взяли уже. Сейчас началась. Нужно заковырить. А, все, все, затащили. Блин, козлы, как они успевают спирить наш флаг? Да, меня убили наконец. Охуеть. Иногда кажется, что никто тупо не дефает вообще. Ну так никто не дефает, я бегу убиваю всех. Иногда убивают меня. Так, я нашла, сейчас вернул. Вернул. Ты теперь жив. Охренеть. Сколько можно пиздить наш флаг? Да блин! Что-то много их слишком. Спижен. А у них там наш флаг. Спину. В смысле. Меня. Я что-то флаг добываю тихо. Ну ладно, ты тебе прям в спину опять убери. Откуда нет? Все, нормально, в спину. As usual. Да эти волки только в спину и умеют. Спасибо, Том. Дай еще сурку. Ну что за хуйня? Что-то я там, ну, часы подрубил тоже. Пожалуйста. Ты дохуя, действительно. Все? Они победили? Ну, конечно, хуя нет. Хотя я не заметил таких четверок, как в прошлом матче. Сейчас мне что-то писать в консоли, блин. Че? Ну тут самому нужно что-то писать, вето и ноу вето, что за хуйня. Ну, open source. Тут консоль вызывается тильдой. Так, это странная карта, сувенки везде. Какая-то здоровенная просто карта. И что тут за лазерные лучи, через них можно пройти? Фиг знает. Ну я выжил, я пошел через какой-то ебаный луч.
Он на одном был фрагнул. Большое событие, когда кого-то убивают, потому что, блин, не четверо все. Все до единого. Это грустно как-то. Значит, что в мире нет места честным людям. Че ты понял, почему не попал? Говорит, кто свой. Ну да. У нас базу штурмует сейчас. Всех сторон. Штурмуют базу, значит нет охраны, значит нужно переть флаг. Да есть там охрана каких-то четверок обычно. Ты меня убил. Опять какой-то четверок. Кстати, пойдите сразу там четверок. Четвер-один, четвер-два. Злоб читер, по-моему. Ну, они базу втроем охраняют, какие втроем. Садроты. То есть, понимаешь, 3 это 0, не 1, 3. Косплей трех богатырей. Святая Троица. Сколько было у Ра сыновей? 3. У кого сыновей? Ра. Да, кто? Нет. Анубис какой-нибудь? Не знаю. Я могу сказать. Степа 2 кипки уже сделал. Сейчас его тоже забанят, как у меня. Вот, вот, блин, кемпиат эти засранцы, короче, и... Стоп, у них 5 флагов, уже 15 же, 5 флагов. Как так? Куда общественность смотрит? Кто ответственный за эту парашу? А, ну не зону. Конечно. Лучше бы зоновский порядок только завели в этой херне. Там куда? Да уж, эти бы чуваки, которые флаги прут, они бы долго тут не протянули сразу. Короче, тут нужны флаги, перед нужно идти отстреливать их сразу, чтобы флаги кто-то другой брал. Они сперли флаг. Снизу, снизу идут. Флаг и гуляй сюда на всех скоростях света, что у тебя есть, а ты быстрее. Я несу флаг. Опа! Первый флаг. Первый? Блин, серьезно, так все плохо. Короче, тут нужно по-нормальному, знаешь, что делать? Потому что кто-то отстреливал, а кто-то первый. То есть... Я пытался добиться флага, меня все время убивали, потому что я не стрелялся, получается, как нормальный мужик. Если стреляться аккуратно, как нормальный мужик, то может что-то получится. Видишь, сложно прикрывать. Почему Степа сменил ник на АВТ-степец? Это какая-то секта? Не знаю. Антивирусы. Каких-то сранцев сейчас врага этот внизу. И продал, сбежал. Сука, а? Блин, они слишком хорошо стреляют, они, видимо, не нубы, как 9-1, мы. 9-1, причем каким 9-1, когда так? Как мы успели? Что вообще происходит? Слушай, ну нельзя последний флаг отдавать. Как так произошло? Все? Ну, короче, четверы все вокруг, и один нормальный, не четвер. Маг 2. Наверное, сейчас эту карту побегу и все. Да, что-то... Рискую получить передоз игровой. Блин, я случайно убил кого-то. Видимо, меня. Да, точно меня. Да просто враг был впереди, блин, как можно вообще...
Это что, типа, карта просто с войной? Какая карта? С войной. Передовая война. Вот козлиная. Скотина. Почему я медленный? Ты тоже медленный стал? Я не знаю. Ну без 0.25x что-то там. Целиться, конечно, стало Green удобнее Speed наверняка. Green Speed 100. Вот. Хрень какая-то. Этот мин развлекается, да. Все, игра выиграна? Вся карта? Что за херня была только что? Даст-2, погнали, даст-2 по нормально. Антивирус Степа. Ха-ха, лол, реально даст. Слушай, он похож. А, блин, ну это он и есть, да, собственно. А тут, кстати, в Халве очень прикольная карта там себя. На Dust 2. А вот он вроде ни хера не сбалансирован, как обычно бывает в таких случаях. Сейчас смысл говорить о балансе, когда ты играешь за плохих людей, а играю за хороших. Лол. Что тут, бочки есть, но они не взрывают. Короче, два лопи, он читер. Постоянно меня убивает, я ничего делать даже не могу. Он еще и на дальних дистанциях убивает вообще. Не лезну просто, понимаешь? Не, серьезно, просто каждым выстрелом кого-то убивает. Но это, по-моему, просто нереально. Не, на самом деле это реально связано с одрочеством. Ну, блядь. Дашер тоже читер. Че я могу сказать? Он еще и на прошлой карте у меня подозрение вызвал определенное. Ну, читер это ведь, каждый день читер. И опять он меня убил. Вот он каждый раз он меня убивает именно. Ну конечно, это же читер. В натуре. Ты спину убил. Меня это по-моему читер. Сколько можно читерить уже, я не понимаю. Серьезно. Разве с читами интересно играть? Да вообще, по-моему, нет. Вот два лопи, он сволочь. Это все круче читера, хули нет. Тот, кто тебя убил, хоть раз тут читер автоматически. Ну слушай, ну каждый раз именно он меня убивает. Совпадение не думаю, как говорится. Дашер опять меня убил, он читер. 100%. Просто 100% читер. Вот ты украл флаг, значит ты тоже читер. Так у меня спидхак, я бегаю быстро. Читер. You fact nothing. Не очень жизнеутверждающе звучит, конечно. Да я тут по-моему убил меня читер. Бесполезно. Знаешь, он живет вообще на белом свете. Сочетание. Как можно вообще в режиме инстакил убить меня? Эх. Нейм, ты тоже читер, как обычно. Почему в чате всякие чуваки пишут I still think that inkies are ugly? Мне несколько чуваков уже написало, в чем прикол? Я не понял. Инки это скин крылатого чувака. Это какая-то пасхалка для крылатых чуваков, что кажется, что в чате все так пишут. Не знаю, может просто их бомбит. Поехал убил нахуй союзника. Хотя инки союзника убил нахуй. Чёртов Дашер меня убил, по-любому читак. Да, сука. Да я говорю, Дашер вообще читер. Причем тимкил, он понимаешь? Он настолько читер, что ему похер на союзника. Вообще похер. То есть. Тоже его убил. Ибо нехрен. Че ты бегаешь? М?
Но бинрейдж тоже читер. Вот, трое атакуют, охуеть. Степца завалил. На степца и зверь бежит. Лол. Мне кажется, или так называемые плохие люди проигрывают? Я не знаю, какие плохие люди. Блин, ты меня убил, чувак. Бедный бинрейдж, ненавижу читеров. Ха-ха-ха, его свой убил, казалось. Читеры не нужны. Читеры — это эволюционно невыгодный признак. Все читеры умирают рано или поздно. Спида. Читер не может. Ни за что. Ты считаешь, что читеры по надусе? Я считаю, что пиздарики. В чем-то ты прав. Что тут вообще безумный перевес. Степца убил. На степца и ктулху бежит. Это Даша читер. Блин. Не задолбал с ним читами. Ну я его застрелил один раз, поэтому не расстраивайся. Ты килл? Ну да, он меня убил, и я его убил, по-моему, законно. Я вообще не представляю, как можно своего убить, вот было в той ситуации, как он меня убил. Мы тупо стояли в коридоре, он меня выстрелил. Там где-то в 50 километрах был враг. Но как бы там, без монокля не рассмотришь его. Поэтому я считаю, что он специально. Без монокля, конечно. Ну в натуре там где-то было очень далеко. Привет, Даша 4, как он задолбал уже? Как это вообще его забанит? Все, что убивает меня, автоматически становится читером. Все, что убивает меня, делает меня слабее, как говорится, да? Делает меня читером. Лол. Все нормально. Я ж не Даша. Четвертый. Вот. А ты силен. Меня Даша убивает. Ну это как бы контра прямая. Это четвер не бежал на меня. Ну сколько можно уже четыре, типа, не заволол уже. Разве так интересно? На сумму, блядь. Думаю, интересно, потому что, блин, это читы. Стоящие читы, не поддельные. Не какие-нибудь импортные. Наши отечественные читы. Ведь этот читер умном прибежал. Прикинь, просто пушки там каким-то ящиком. Тут у меня ёбнул. Блин, тут втроем меня окружили и расстреляли. Вот там еще чел с таким же скином тебя. Я говорю, почему-то скин очень непопулярный. Не понимаю, почему его не пикают. Что вы делаете втроем, четвером у нас на базе? Ну, разуплотняем читеров в основном. Ну, больше, но со спины убил какой-то хрен. Со спины подло убивать. Блин! А, ну ничего, чувак сдал. Меня прям рядом с базой убили. Блять, убил. Но там чувак все равно флаг донес. Конечно, там, блядь. Толпа на одного, на меня одного.
Нет. Читеры бесполезны. Как вообще земля носит на этом белом свете? Главный читер это умном. Нет, умном, это Даши. Задолбал же флаги таскать. Лол. А мне нравится это. Самое интересное в Capture the Flag. Собственно, таскать флаги. Степец уже 10 лет не видел. А он за он за этих, за игелов. Я тоже за игелов. Через 12 секунд все закончится. Охуенно, чё. А где ты см... А, вон. Ха. Десяточка. Натаскал. Что, все что ли? Не натаскал, а подарили. Ну да, в общем,